коляску нужны, кому еще что-то. Вот это вовремя, чтобы они выделялись, мы должны вот это контролировать. Ну и мы на себя больше берем обязанности и занимаемся немножко обеспечением инвалидов, ну, продуктами, скажем уже, эти обязанности выполняем. Ну, она, эти обязанности как-то тяжелые, вот в последнее время никак не угодишь народу. Народ ведь не понимает, что сегодня цены какие подскочили. Это тяжело найти. Ни у государства нет, ни у нас нету. Поэтому вы, конечно, нас не обессудьте, что у нас в этом году декада инвалидов пройдет сухую. Тоже получать вы ничего не будете. Вот я отправлю Эльмиру Юсуфовну. Баня будет бесплатно. У нас вчера вам сообщили вечером, да. Нет, бесплатно сказали. Вчера звонили, а Абдулла Анна звонила всем. Но это не говорит, что 10 дней подряд можно пойти мыться. Только один раз в 10 дней, вот перед декадой же. Идете со своими карточками, а там они записывают, и потом будет проверять, пришел человек, не, первый раз вот приходит. Так что еще надо чего сказать. Для вас вот, сказали же эти, в клубах, в деревнях ездят, эти наши артисты концерты показывают. И мы стараемся помочь, показать вот это все. И еще там надо считать, ведь еще путевки тоже ведь дорого стоящие, как сказать, удовольствие. Лекарства получаем, мясо получаем, так что внимание со стороны государства, можно сказать, есть. А мы уже к ним только как подспорье, как тут сказать, спорим, подсказать, там, попросить их это. Так что давайте еще раз я вас поздравляю с этим праздником. И будет 2 дня, может, у нас обед получится, но еще как не решился вопрос. Пригласить хотим. Ну, мячик решился, мячик возьмет 50 человек кормить. Еще в одном месте, если найдем, мы дополнительно вам сообщим, кого пригласим туда. У кого меньше вот это. Да. Потом еще какие есть. Завтра 5 числа будет бесплатная юридическая консультация. Любыми вопросами можете подойти. Ну, вопрос нужно не подойти, у юриста придумывать. Домой, из дома прийти, уже готовы, мы готовы к вопросам. Поэтому, пожалуйста, готовьтесь, приходите и получите бесплатную юридическую помощь. Еще раз я вас поздравляю, желаю вам крепкого здоровья, беречь здоровье, что есть. Его уже больше и не купим, и никто не даст, так что давайте будем беречь друг друга и жить спокойно и радоваться жизни. Спасибо. Народный день инвалидов – это день, наверное, самых сильных, волевых, терпеливых людей. И я бы сказала, что это день людей с большим, огромным сердцем.
я даже помощью сама. Я не тогда не люблю, что легче я рядом я была. Я родилась в Аллах, с упрямой душой. Меня так любили, я выросла большой. Был цвет черемух белый, белый гулбурги, а я все песню пела под музыку бавлы. Я родилась в Аллах, здесь мои друзья. Здесь меня любили так, как за то, что я есть я. Там здесь тишина, и горы, и звезд полет во тьму. Покидая город, я говорю ему, день за днем, за зимою лето, давным-давно мне надоело это. Уеду я отсюда, я уеду. Только вот беда, только в том беда, не деться от себя мне никуда.